Всем привет! Nissan Pulsar. Значит, плохо греет печка. И назрела необходимость ее почистить. То есть не саму печку, а радиатор печки. И что? Первым делом сливаем тосол. Чтобы весь тосол сливать не будем. Открутим только подача и обратка печки, которая идет в салон. Открутим два хомута. Вот Андрей откручивает. Значит, вот нижний хомут, а вот это он сейчас откручивает верхний. Вот он. И сколько выйдет тосола или охлаждающей жидкости, столько, значит, и сольем. А радиатор трогать вообще не будет. А потом через печку также и зальем. Ни фильтр не снимаем, ничего. Так, снимается легко, потому что перед этим снимали. Но вы не думайте, что у вас прям так легко снимется. Сами патрубки пластмассовые. Эти патрубки идут сквозь перегородку моторного отсека и салона и крепятся к радиатору. Опа! Вот он, тосол побежал, охлаждающий жидкость. Это верхний патрубок. Вот Андрей улавливает. Ну и теперь надо нижний патрубок точно так же сделать. Подержи банку, пожалуйста. Давай. Грязи он очень много. Да, а грязь-то бежит. Бежит. Хоть мы вот перед этим его и пытались снаружи промыть. Почему обращаем внимание, что грязь бежит? То есть вот эту всю грязь в радиаторе вроде бы промыли, а видимо она поднимается еще из системы охлаждения самого двигателя. Ну сейчас посмотрим. Сейчас мы эту печечку снимем. То есть радиатор печка. Руку убери, Андрей, это плохо видно. Вот видите, нижний шланг и верхний. Все, теперь то, что осталось в самом радиаторе, ну мы из него никак не выльем. Только если дунуть, может быть. И зачем оставил-то? Она там еле стоит. Надо держать. Так. Может дунуть, Андрей, надеть шланг, чтобы вышла вся, а то мы там в салоне разольем. Ну давай, держи тогда банку. Угу. Вот Андрей одевает обыкновенный шланг на полдюйма или на 15. На верхний патрубок. Вот видите, одел. Посвети, Андрей, то не видно. Светит. Видите, на верхний патрубок одел. И сейчас туда прям в него дунет, а снизу должна пойти. Вот она. Сильно, сильно не дави, а то это. Брызгается. Легко дуется? Да. Ну, то есть, мы до этого чистили, печка промыта, но мы хотим ее еще раз снять, посмотреть, потому что тепла нету, может быть, там что-то еще неправильно сделано. Ну, типа, заслонка закрыта там или еще что-то. Сейчас покажу, как снимать будем печку. Не печку, а еще раз повторить, радиатор. Я пойду руку помою, а то в тосоле. Значит, здесь в салоне что, сняли бардачок. Бардачок снимаем вот здесь вот пенечки. Плохо видно. Здесь вот пенечки раз. И с этой стороны вот такой вот пенечек. Ну, машина как бы не новая. Этот пенек остался на месте, потому что сам бардачок на нем просто стоит сломанный. Сняли бардачок, потом открутили 4 болта. Здесь вот 1, 2, 3, 4. И воздуховод, который идет от самой вентилятора печки до радиатора. Вон его видно, радиатор. Вон он стоит. Вот. И вот эти два патрубка, с которых мы сейчас снимали, вот один патрубок верхний, вот нижний, они пластиковые. Мы сейчас сняли с них шланги и слили тосол. Теперь нам нужно, вот здесь вот сзади, его не видно, вот я камеру засуну, вы, наверное, увидите. Есть вот планочка, видите эту планочку? Сейчас нам надо ее открутить, чтобы радиатор... А, еще открутить по 4 болта с каждого патрубка, на нижнем и на верхней патрубке. Все, сейчас я так сделаю. Как крутить будет, наверное, просто не видно будет. Поэтому открутим, потом включим. Вот болтики открутили, видите? Теперь вот так вот подковырнули этим плоской отверткой. Вот это нижний патрубок вышел. Отдаю их на Андрей. Так, теперь верхний
Неудобно. Зараза, как всегда. На. Так вот вторую я выдернул. Видите? Вот так. Опа. Опа. Пытаюсь что-то снять. О, тут заслонка внутри, Андрей. Где? В этом. Она, наверное, открывается, закрывается. Патрон? Да, вот она, фишка-то. Вот это и есть кран-то. Так, вот такая вот планочка. Мучились. Сын взял, короче говоря, видите, сломал. Вот там саморез. Ну, не знаю, как назад будем. Это планка, которая держит. Держит, чтобы радиатор оттуда не выпадал. Это, конечно, неправильно. Ну, что сделаешь? Вот оно место, которое вставляется. Мусор. Все это надо убирать будет. Сейчас посмотрим, что в радиаторе. Он пошел мыть его. А, кстати, в верхнем патрубке, вот это вот, смотрите, нижний патрубок, вот он. А вот это верхний. В верхнем патрубке вот такая вот заслонка. И вот она у нас что-то плохо-плохо, охлаждающая жидкость шла. Скорее всего, вот эта заслонка была закрыта. Вот мы перед этим видео смотрели, мужчина снимал, показывал. Вот он про эту заслонку слова не сказал. Видите? Здесь на ней была какая-то пружинка. Ну, до нас, конечно, тут лазили, все перебрали. Мы что думаем, мы сейчас вот так в открытом положении оставим, зафиксируем ее как-то. И посмотрим, как греть будет.